Добрый день, вы смотрите новости сейчас. В студии для вас работает Ирина Белогрива. И в ближайшие несколько минут я и мои коллеги познакомим вас с основными событиями дня. Ну а пока коротко о главных темах выпуска. 17-тысячный участник в регистре доноров костного мозга из Иркутска. Им стал сотрудник Росгвардии. Искусственный интеллект как помощник в решении государственных задач. Дизайн-сессию для разработки идей организовали в областном центре. Бело-синие в полуфинале Кубка России по хоккею с мячом. Байкал-энергия вырвала путевку в напряженном матче. Мокрый снег и сильные дожди прогнозируют синоптики в южных районах в предстоящие выходные. В областном центре тоже пройдут осадки, туман, воздух прогреется до плюс 17. Вместе с тем, местами по области ожидается высокая четвертая и чрезвычайная пятая пожароопасность лесов. Не волнуйтесь, это учение. Пресс-служба Иркутского аэропорта выпустила предупреждение о том, что в воздушной гавани сегодня и в следующий вторник проходили комплексные учения по ликвидации пожара. И если вдруг вы заметите дым, не паникуйте, учения ежегодные. Служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения аэропорта, представители взаимодействующих министерств и ведомств отрабатывают действия при авиационном происшествии. Они включают тушение пожара, эвакуацию пассажиров и экипажа. Сотрудник Росгвардии из Иркутска стал 17-тысячным участником федерального регистра доноров костного мозга. Им оказался наш коллега, бывший корреспондент телеканала «Аист» Захар Семенов. Кроме него, за все время банк крови пополнили свыше 30 росгвардейцев. Они сдали биоматериал, чтобы войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Для многих участие в таких акциях стало доброй традицией. Некоторые теперь даже носят звание почетных доноров России. Сам я сдаю кровь уже далеко не в первый раз, я делаю это регулярно, систематически. И особенно приятно, что сегодня я стал 17-тысячным донором, и теперь мой вклад сможет действительно помочь кому-то спасти жизнь, а в первую очередь это онкобольные, дети. Я очень рад, что свой рабочий день я начал с доброго дела. 5000 человек в год нуждаются в трансплантации костного мозга. И для этого должен быть большой регистр, потому что необходимо 100% совпадение аллеля генотипа донора и реципиента. Вероятность такого совпадения 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше регистр, тем лучше. Оперативная и проверенная информация, ответы по запросам жителей и разнообразие контента. Теперь почти у всех организаций, будь то детский сад или больница, есть свои соцсети. Теперь жителям при ангаре не обязательно искать телефон необходимой организации. Как еще развивают у нас соцсети, расскажем прямо сейчас. Пресс-секретарь детской Ивано-Матрёнинской больницы Ольга Игошева уже несколько лет ведет социальные сети медучреждения. Это страницы ВКонтакте и Одноклассниках, а также Телеграм-канал. По словам Ольги, такое взаимодействие с родителями маленьких пациентов идет только на пользу организации. Теперь, чтобы узнать расписание работы необходимого врача, не нужно звонить на горячую линию или идти в больницу. К слову, это не единственное преимущество. Это очень классная работа, мне очень нравится. Это общение с врачами, это общение с пациентами, рассказ о том, что они делают, это возможность побывать в операционной, опять же, рассказать об этом родителям, как это на самом деле происходит. Планов впереди еще много, это видеоклипы, подкасты, и хочется все успеть, все попробовать и быть, опять же, полезными для наших родителей. Госпаблики – официальный первоисточник. Такие сообщества помогают наладить диалог между жителями и властями региона. В каждом госучреждении размещены QR-коды. Любой человек, наведя на них экран своего смартфона, сможет перейти на страницу госучреждения и следить за его новостями. Вы теперь можете найти очень много полезной, в том числе, информации. Не только о жизни школы, что там происходит, не знаю, какие-то кружки, но и более общую информацию о тех мерах поддержки, которые, например, могут оказать родителям школьников, да, о каком-то бесплатном питании, например, для начальной школы и прочее, прочее, о социальной поддержке. Это все тоже публикуется именно в госпабликах. Цифровизация Иркутской области идет поэтапно. Уже есть несколько определенных рекомендаций для создания интересного контента. На сегодняшний день на территории Иркутской области почти 4,5 тысячи организаций должны иметь подтвержденные учетные госпаблики. На сегодняшний день всего 93% выполнили пока эту задачу. Но работа не останавливается, и сотрудники министерства активно, так сказать, работают с теми организациями, которые должны довести дело до конца. Еще одним из инструментов взаимодействия населения и власти стал созданный с 1 августа этого года единый контакт-центр.
В этом едином контакт-центре граждане могут получить ответы на любые практические вопросы, которые так или иначе относятся к деятельности органов власти. И, конечно же, важна реакция властей на возникающие проблемы. Ежедневный мониторинг социальных сетей ведут сразу несколько специалистов. Они сообщают о проблеме в необходимые ведомства. Так что, если у вас возник вопрос, касающийся вашего района, смело пишите в социальные сети. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков и Константин Синицын. Новости сейчас. Использование технологий искусственного интеллекта и автоматизация процессов работы во всех сферах. Еще несколько лет назад это казалось фантастикой, сегодня новая реальность. Технологии настолько впечатлили и вдохновили, что теперь их применяют даже в решении государственных задач. Внедрение масштабной цифровизации в регионе обсудили на специальной дизайн-сессии. Удобство использования и буквально безграничные решения искусственного интеллекта уже успели оценить многие. Иркутская область наравне с другими регионами активно осваивает новые технологии. Для разработки идей по цифровизации и дальнейшего их внедрения в Прибайкале организовали тематическую дизайн-сессию. Первая была в мае. Вторая часть, которую мы, в общем-то, сейчас наблюдаем, это работа уже в группах, где коллеги обсуждают конкретные идеи по искусственному интеллекту и возможность их внедрения. Дальше у нас будет презентация этих идей. Такие дизайн-сессии проходят не только в Прибайкале, но еще в 33 регионах России. Всего к концу года будет около 60 встреч в разных муниципальных образованиях. Внедрение технологий искусственного интеллекта в работу органов власти на сегодня одна из основных задач. Ее выполнение находится на контроле у губернатора Иркутской области. Мы все-таки экспортно-ориентированная область. И нам искусственный интеллект, который сегодня формирует заявки, потребности, реализацию, все это должно иметь такое межведомственное взаимодействие. Иркутская область входит в 15 ведущих субъектов России по цифровой трансформации. У каждого региона свои конкретные задачи. Однако их объединяет главная цель. Использование технологий искусственного интеллекта должно быть максимально безопасным и не нарушать права граждан. Все это сейчас детально обсуждается и основательно прорабатывается. Очень важно, чтобы при внедрении абсолютно гарантированно и защищенно были права и интересы граждан. Нужно учитывать все ограничения, риски, опасения, внимательно их отработать и только после этого делать так, чтобы технология доверенно внедрялась в госуправление. Идея организации дизайн-сессии по цифровому развитию в Иркутской области принадлежит Сберу и региональному министерству цифрового развития и связи. В ближайшее время им предстоит работа над запуском сервисов и услуг, которые сделают жизнь иркутян более комфортной. И жизнь простого человека, жизнь предприятия, жизнь любого бизнеса, она связана на, как правило, стыке нескольких отраслей. И цифровизация, цифра, ну и как вишенка на тортик, искусственный интеллект ставит свою задачу как раз разрешить эти проблемы, эти вопросы и эти задачи. Малина Мартынова, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Школьники при Ангаре присоединились к всероссийскому проекту «Хранители истории». Его цель – повышение интереса к истории страны среди детей и подростков. У «Хранителей истории» обширная программа экскурсий, квесты, лекции, краеведческие часы, мастер-классы, интеллектуальные игры. Все это рассчитано на несколько месяцев, направление 3. В первом ребятам нужно будет изучить историю памятного места и превратить ее в интерактивные экскурсии и уроки. Второе – это облагораживание и приведение этих мест в порядок. Ну и третье – это несение почетного караула. Церемония, приуроченная ко дню зарождение российской государственности, прошла около мемориального комплекса «Вечный огонь». Мы ведь уже знаем прекрасно, сколько много людей пытались переписать историю под себя, под нужные сегодняшнему строю моменты. И поэтому сегодня нам важно донести до наших детей ту реальную историю, которая была и есть в нашей стране. Первый областной форум казачьей молодежи открыли сегодня в Иркутске. Это площадка по обмену опытом. Еще одна задача – это формирование предложений по реализации стратегии госполитики России в отношении казачества на 2021-2030 годы. Решил поучаствовать для обмена опытом, посмотреть на молодежь на нашу области, что-то почерпнуть новое для себя. Форум молодежный, мне кажется, для казачества – Нужно привлекать, чем больше молодежи, тем лучше. У нас достаточно появилось много молодых казаков, которые стремятся в своей жизни достичь каких-то определенных результатов. И поэтому у них созрели предложения, вопросы к власти. Сегодня мы с Игорем Ивановичем Кобзевым, губернатором Иркутской области, встретились, поговорили, услышали их, поняли, чем помогать, и увидели в них заинтересованность в их глазах помочь служению на территории Иркутской области.
Историю непростого пути звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева сегодня с первых уст услышали иркутяне. Известный актер театра и кино приехал в областной центр и стал почетным гостем фестиваля «Человек и природа». На встрече пообщался со зрителями, а также провел фото- и автограф-сессию. Марк Богатырев дал несколько профессиональных советов тем, кто собирается связать свою жизнь с актерской карьерой. Дарить эмоции положительные людям – это какая-то очень важная вещь, функция, наверное, артиста. Если ты можешь подарить радость, значит, ты не бесполезный человек, значит, у тебя есть какая-то вот важная цель. «Человек и природа» в Иркутске. 22-й Байкальский международный кинофестиваль имени Валентина Распутина торжественно открыли. В основной программе 35 конкурсных работ. Документальные, игровые, научно-популярные и даже мультфильмы. И все посвящены современным проблемам экологии и взаимоотношениям человека с окружающим миром. Открыла фестиваль лента китайского режиссера Сунь Хуньюнь в храме Шаолинь. Это большая возможность развития кинематографа, в том числе и Иркутской области. Развивается. Есть интерес к нему, он растет. В этом году рекордное количество заявок и очень содержательная программа. Не только конкурсная, но и деловая. «Человек и природа» будет идти до 30 сентября. Кинопоказы пройдут в Доме кино, кинотеатре «Нью Синема», Иркутском планетарии и Большом Иркутском планетарии в 19-й школе. За последние 5 лет зрителями фестиваля стали более 50 тысяч человек. А еще и в онлайн-кинотеатре. Радостная новость для любителей качественной обуви. Ярмарка белорусской обуви на проблемную ногу снова в Иркутске. Во Дворце спорта «Труд» организаторы подготовили большой ассортимент сезонной и зимней обуви. Как всегда, мы ждем всех на ярмарку белорусской обуви, обуви на проблемную ногу, во Дворце спорта «Труд». У нас новое поступление осенней и зимней коллекции обуви. Напоминаем, что на ярмарке обувь женская до 43-го размера, мужская до 49-го. Мы подберем вам обувь на любой вкус и цвет. Богатый выбор туфель, ботинок и сапог, выполненных в различных стилях и цветовых решениях, удовлетворят даже самых искушенных покупателей. Также организаторы рассказали о сюрпризе, который приятно удивит каждого. Для всех посетителей ярмарки при покупке 2 пар любой обуви, 3-я пара летней коллекции обуви в подарок. Ярмарка продлится до 25 сентября. Ждем вас по адресу город Иркутск, улица Ленина, 48, Дворец спорта «Труд». Иркутская «Байкал-Энергия» вышла в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом. Подопечные Олега Батова в напряженном матче переиграли ульяновскую «Волгу». Земляки Ленина постоянно отыгрывались. Решающий гол на 76-й минуте забил Александр Антипов. В полуфинале «Бело-синие» сыграют 23 сентября против московского «Динамо». Коллектив из столицы в четвертьфинале оказался сильнее хабаровского «СКА-Нефтяника», победив дальневосточников со счетом 5-1. Очередное успешное выступление на чемпионате России у иркутских каратистов. Спортсмены клуба «Фуда-джитсу» завоевали 4 медали разного достоинства. Причем в одном из решающих поединков в битве за награду встретились сразу 2 воспитанницы сибирской команды. И обе девушки вошли в состав национальной сборной. Это своеобразный ремейк поединка за бронзу недавно прошедшего чемпионата России по всестилевому карате. В нем встретились 2 воспитанницы одной школы – Анастасия Пантелеева и Татьяна Бушкова. Последней по итогам напряженной схватки досталась бронза. Как говорит сама спортсменка, ей помог дружеский совет товарища по команде. Сказал попробовать поработать ногами. Вот я и попробовала. Всегда сложно выходить со своими. И несмотря на то, что мы все друг друга знаем, как кто работает, какая манера поединка, все равно каждый постоянно что-то новое от себя выдает. Всего на чемпионате страны иркутяне завоевали 4 медали. Так, в категории бунка и ката сибиряки традиционно занимают 1-е место уже много лет подряд. Кроме того, полный комплект наград собрал один из самых титулованных каратистов Иркутска Геннадий Голубчиков. К турниру наши спортсмены готовились все лето. Мы начали готовиться, вот как с кубка вернулись, сразу у нас как бы началась подготовка, да, то есть первый этап в июне в лагере, потом сборы по функциональной физической подготовке в августе.
области. И вот мы в итоге постепенно, потихонечку вышли на пик своей соревновательной формы и поехали на чемпионат России. По итогам соревнований сразу несколько спортсменов вошли в состав сборной России по карате. В ноябре они выступят на чемпионате мира в Анапе. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте aistv.ru и странице телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных.